под автоматами заганяли у підвал. Что пришлось вытерпеть тем, кто провел в нем 27 страшных ночей. Задыхались. Если вечером умирали, значит, он еще ночью здесь был. Вы с ним сидели, с этим трупом? Да. А здесь тех, кто застрелили, русские. Война забирает у нас самое дорогое. Вот мой дом, все, что от него осталось. Вот такой он русский мир. Драмтеатр – это много мамочек, кормящих, беременных. Они по комнатам были все. Беда пришла. Истории войны. В следующую субботу и воскресенье в 16:30 по киевскому времени. Проект «Freedom».